Добрый вечер, дорогие друзья! С удовольствием сегодня хочу поделиться своим отзывом о том, как я проходила онлайн-коучинг, второй поток в эко-школе «Мечта» Анны Куба, Украина. Во-первых, хочу сказать, дорогая Анна, спасибо вам огромное за ваш невероятный труд, за вашу экспертность высокого класса, потому что когда ты участвуешь первый раз, тебе как бы не с чем, может быть, сравнить, но мое участие второй раз в вашей группе очень мощно раскрыло вашу сферу вашего труда, и я хочу сказать, что для меня это было тоже очень совершенно невероятным и новым. Я хочу вначале поблагодарить, конечно, каждого эксперта, который старался объяснить, ответить на вопросы, дал новую информацию, поддерживал комплиментами, поддержкой, в общем-то раскрывал даже какие-то, просто давал новую информацию, например, вот особенно мне запомнилось и Александра Слюсарева, и Люба, да, которая давала постоянно про Майкла Роуча информацию. И, конечно же, ваши ответы, ваши прямые эфиры. И огромное-огромное спасибо Людмиле Петровой. Дело в том, что второй раз у меня был очень интересный момент. И я хочу поделиться, возможно, мой опыт будет кому-то очень полезен. Дело в том, что я готовилась к сухому голоданию, как всегда, 7 суток. И потому что я хочу, чтобы я оставалась в высоком ресурсе, в большом потенциале. Я хочу, чтобы мой организм оставался чистым, молодым, классным, чтобы у меня было также много энергии, независимо от того, что я делаю, где я нахожусь. И вот я проголодала первые сутки, а на второй день мне нужно было выложиться так очень интенсивно в энергетическом плане. Это было связано с большим потоком звонков по работе. И как-то у меня резко, где-то во второй половине дня, знаете, произошел такой щелчок в голове. И я решила переключиться на каскадное голодание. Наверное, потому что этого очень давно хотела. Итак, я посоветовалась с Анной, Анна сказала: «Окей, вперед!» И я стала это практиковать. 36/12, каскадное или интервальное голодание, оно мне очень хорошо подошло. Я даже и не сомневалась, и была очень интересная такая сонастройка этого процесса с внутренней средой моего организма. Организм как будто бы привыкал первые трое суток. Интересно менялось настроение, но это было совершенно, было очень-очень приятно наблюдать, что же с тобой происходит. И это было легко. И очищалась по-прежнему кожа очень сильно. Я вообще перестала думать о том, то есть я стала совершенно свободной от еды, от воды. Я не думала, что у меня есть, как мне быть, что мне с собой носить, готовить и так далее. Друзья, это колоссальная вообще работа над собой. И я вам очень желаю это попробовать. Это нельзя ни с чем сравнить. Я жду каждый раз этого дня сухого голодания. Это лично для меня, это уже такой как адреналин, понимаете, да? То есть я жду этого мероприятия, потому что это легко, это приятно. Вес стал очень интересно, так, знаете, так зафиксировался, и ты не поправляешься совершенно. Вела дневник, конечно же, как настоятельно было рекомендовано в этом тренинге, из интересных наблюдений, что, ну, мне сейчас 50 лет уже будет через 2 месяца, и давление артериальное постоянно уже стабилизировалось такое, какое мне было 18 лет. Конечно, это все результаты сухого голодания, потому что происходит очень мощная очистка систем организма, как жидкостей, так и органов. Я это очень хорошо вижу. И всю литературу, которую мне приходится сегодня изучать, везде, конечно же, голоданию отводится, скажем, наивысшая роль. Я хочу поблагодарить еще раз всю группу за поддержку. Я хочу поблагодарить всех, кто
Может быть, до кого я, может быть, там не упомянула, да, до кого я не добралась в своем интервью. И, дорогие друзья, спасибо, что вы есть. Спасибо вам, Анна, за новые открытия. Спасибо вам за то, что четко всегда консультировали. Это было необходимо, дабы подтвердить, что делать дальше. Я желаю всем смелости. Если хотите что-то пробовать новое, вперед. Эко-школа «Мечта» с Анной Якубой – это самое то место, где вы сможете быть, знаете, как свободны, как птица в полете, без всяких помех. И всем желаю здоровья, процветания и счастливого лета. Пока-пока и до новых встреч на очередном потоке сухого голодания. До свидания.